Хонда под покрас готова. Сейчас обливаю верки красный. Не угадал с крылом. Не в ту сторону его выгнал. В общем, вывод такой: крыло под замену. Бампер с обеих сторон с таким обрезанным скосом тоже под замену. Зазора нормально по морде из-за этого не выставить. Тут вон такая же беда, не знаю, кто и зачем это делал вообще. В остальном, как бы, более-менее уже ни времени, ни сил нету. Выравнивать, шпаклевать ее дальше. Тачка за 22 тысячи куплена, как бы, вложений тут в пределах 10 тысяч. Так что я уж на ход поставлю, надо ездить на них. Лопушка так и не приехала. Поэтому придется пока облить эту. С этой поездить сколько-то дней. Потом приедет, поменяю. Сзади бампер тоже еще не прикрутил. Ну и салон, соответственно, тоже еще не собран. Сейчас часа 3 дня, надо все стараться до вечера сделать и пересесть, потому что Мерседесу уже очень плохо стало. Буду успевать. В общем, тачка облита. Результатом я доволен процентов, наверное, на 50. Потому что бампер и крыло-то все испортили. Так, в целом. Ну, сейчас соберу, вид иметь будет. Ковер постелил, сейчас сидухи, карты и все. И я на ней сегодня уезжаю. Так выглядит Honda в нормальном освещении. Есть несколько косяков, думаю, буду исправлять. Зазоров по морде нету, ничего не становится. Но зато охуенно яркий, красивый цвет. Как был у BMW, как был у Mondeo. Еще посадочку пониже. Подкладки порогов поставить, подкрасить все, что надо, в черный. Поменять хлопушку. Спойлер тоже в черный надо. В гараже у нас стоит Делика. Делика, я думаю, завтра уже будет готова. В целом, Славян тут сделал многое. Чуть-чуть вывести шпаклевочки и можно обливать. Конечно, грязная она настолько, будто она стояла года два без движения. Машина, конечно, огромная. По клиренсу. Черный Цивик, привет. Блин, даже угол не гнилой у него. Единственная не гнилая деталь на той машине. А, и капот еще был классный. Да ничего не будет, не сгорится твоя машина. Я не в этом плане. Потери никаких не будет, там мощности. Потеря мощности. Валить перестанет 1.4. Молчал бы. Дема свой шланг расправляет. Что-то такая уже покоцанная все. Что, эта машинка лучше, чем у нас? Это Кракен, она с регулировкой скорости. И она 150, у нее плохо, больше быстрее вот вперед. Не старается.
надо залить пориком, то открываешь там на максимум. А если воздух? Просто не влить. Воздух полторашка. Полторашка, единичка полторашка. Смотря что, если опять же влить, там поменьше, это насрал. Опять же единичка. Ну единичка полторашка. Ну полторашка, ты просто как бы, у тебя ровная поверхность, все, вышкалено хорошо. Mm-hmm. Ты два слоя просто на полторашке прошелся, залил. Если там подзалить надо, ну единичка. Открываешь побольше. Как льешь все равно? Да? Первый слой давай. Сверху вниз. Первый слой давай. Ну, снизу вот начинаю. Прям снизу краем. Ну, с краем вот тогда вот так вот. Первый слой так придет. Это порик, им заливай прям. Ты как тупо смотри. Смотри, давай теперь. Это супер. Грунт это переосход материала. Грунт ты именно вливаешь. Так работает грунт. Именно вливаешь. Все поры, все вот на грунте сэкономили. Еще на рабочей силе. Да-да-да. Давай, давай, Тёма. Реал будет. Температуры. Да грель же все равно фен. Короче, делика под покрас практически готова. Завтра оболью. Смотри, трусы рвет просто. Но было не хуже. Это да ты... тот-то угол, ладно, ты с этим углом. Ты дома это в фотошопе чуть-чуть поработай, вот так. Приколхозь, короче, все нормально будет. Типа на месте, типа приварен. Железо. Да. Давай нашу. Давай. Красную плесень? Ай. Красную плесень. Моя любовь. Блин, остановился.
новая? Это старая вообще. Пригласил вчера на другую мне гости себе. Живу я, пацаны, на 25-м этаже. На 25-м этаже. Же-же-же. Шуклевенько живу я. Третий год уже. Ну и что случилось? Краситься в темно-фиолетовый цвет, разварив два цвета с белой полкой, дверь под замену, будут стоять фендера, будет стоять Дак Дейл вместо штатного, и на дворе затярки, потому что колеса потом будут больше на ней. Вот. Опять ты нихуя не делаешь. Неправда. Так может на скотче хватит? Да-да, я тоже думаю. Сейчас скотч акрилом пыльнем и все нормально будет. Ты там-то зазор выставишь, ты здесь не забывай. Да там ладно, это сварка, все исправит. Мне самое главное по фонарю и по хлопушке. А там уже... Долбанный фетиш. По фаре-то получилось выставить? Да. Ну, понятное дело, что не завод. Там есть какие-то приколы. Ну да. Кому, кстати, не нужны ништяки на Honda. Есть спойлера Type-R по 6000 рублей. Есть губы передние на Ego Hatch на такой. Есть губы задние у него. А, ну вот у него такая же губа и стоит. Type-R зад на ЕК. Хэтчбэк, рестайл, дурестайл, разницы нету. И также есть, в руках нету, также есть передняя губа на рестайл Type-R. А, нет, Муген есть, Type-R у него стоит. Блин, конечно, взять бы с него и матрицу снять, ну ладно. Вот, в гараже по-прежнему стоит Делика. Кстати, хоботнул демо-крыло на Цивика. В более-менее годном состоянии. Чуть подмято, правда? Это ерунда. Эту штуку открутишь, поклянуть. Уже шпаклевано было. Но ее будет лучше, чем то, что у меня стоит. Делика в антигравии. Понизу задуто. В три слоя. Антигравий до этого был, но не везде. Боди 951, кстати, самый нормальный антигравий. Конечно, лучше бы не с баллона пыляли, а с пулика. Но что-то мы об этом не подумали. В общем, по сути, осталось вышкурить одно место. Вот это. Здесь дырка была, заваривали ее. Ну и все, можно красить. Надо вечером по-хорошему ее отдать. Не знаю, если поймете по видео. Я вчера 2 часа только отмывал эту машину. То есть... Если в начале ролика посмотреть, она ужасно грязная. Ее, наверное, не мыли 3 года, потому что на этих стыках вот еще тут как бы осталось немного. Здесь просто мох. Видимо, с северной стороны стоял. Это бачи. Блин, вся камера запылилась. Ну что, время 10:30 вечера. Делика покрашена. Краски хватило только-только, можно сказать. Сейчас подсохнет, будет монотонный уже. Ну, в принципе, единственное, что владелец захотел бампера тоже в белый. Я бы лично бампера лучше бы оставил в черный. Сейчас надо еще чуть-чуть подкрасить их. В последнюю очередь их красил, потому что думал, краски не хватит, так в черный. Короче, ладно, в белом цвете. Ну, на вкус и цвет. Конечно, краски, блин, на такие машины и в белый цвет уходят немерено. Почему так долго еще получилось? Потому что приезжали покупатели на Civic. В принципе, Civic они посмотрели, им вроде как бы все понравилось, но они еще подумают по цене. Смотрят именно Honda, именно в таком кузове. Но
Думаю, наберут еще по цене. Я готов подвинуться до 90 где-то, но там тоже зависит от того, что им надо, потому что хлопушка багажника, она еще едет. Крыло вон лежит, я его еще и не шпаклевал. Вот надо будет пошпаклевать, покрасить, поставить. Зазоры выровнять, короче, по мелочи там хватает, куда вложиться. Пока я не вложился, я готов уступить. Вот. Ну, а Делику, надеюсь, Славян приедет, будет собирать. Там подъехала какая-то машина, может быть, он. Приехала на показ четкая тренаха. Делика готова. За эти деньги результат, конечно, офигенный. Что было, что стало. Номер, конечно, просто черный в сравнении с машиной. Чё по тринахе? По тринахе все прикольно. Развар в два цвета. С белой полкой. Центр еще неизвестен. Сама тачка в темно-фиолетовый. Потом, значит, будет ставиться этот Duck Dale, или как он там, вместо штатного спойлера. Также в салоне лежат фендера. Вот они ставятся. Дверь новая будет. Ремкомплект задних. Типа вот этих мест куплен. Тоже будет перевариваться. В общем, работы много, но я думаю, за недельку сделаем. Потому что в целом по машине жуков каких-то глобальных нету. Тачка очень ухоженная.